Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Я рада вас всех приветствовать. И вот с такой позитивной ноты красивой на фоне ящерицы дачной. Вот у нас их разновидности две, зелененькая и серая. Она не боится, она уже того к нам привыкла. Это ящерица, что я разговариваю, вот она близко поднесла камеру. Ничего не боится, до того привыкла она. Она у нас с прошлого года, мы ее приметили. Вот внук наступил нечаянно, и вот хвостик у нее такой вот, такой как половинка. Вот она разделена. Красавка. А красавка. Ты что, будешь у меня в теплице жить? Села на окошко и сидит. Ну, удирать не будешь. Пряталась. Все. Расплодились. Ну, ну пускай живет. Они полезные, между прочим, ящерицы. Зелененькая такая красавица. Все говорят, что ящерицы хорошо плавают. Вот она, бедолажка. Вот она. Ну, вылазь. Вылазь. Давай. Я посмотрю, как ты. Ну, вылазь. 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 Давай. Давай, давай, давай. Вот так вот. Так, 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 давай, 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 давай. Ну, вот она сюда залезла, а вылезти то она не может, обессилеет. Вот глупая. Вот она. Ну. В камнях-то ты лазишь. А вылезти ты не вылезешь. Давай, 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 давай. Вот так. Ну. Вот так. Все, уморилась бедная, да? Сил нету больше. Не залазь. Ну, теперь отдыхай. Будем помогать тебе. Ты не выберешься никогда. Ой, бедненькая ты моя. Давай мы тебе поможем. Уже обессилила, да? Ой, боже мой, давай я тебе помогу, давай. Давай, моя лапочка, давай. Иди, 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 моя золотая. Иди, иди, отдыхай теперь. Ой, устала, да? Никак не выкарабкаться тебе. Ай-яй-яй. Вот помимо ящериц, вот такие вот ужи водятся у нас на даче. Отдыхает возле водоема. Напился воды. Вот он, на солнышко лезет. Вот он. Вот такие ужи. Но мы гуманные люди, мы не убиваем ни ящериц, ни ужей. Он здесь посидит, водички попьет в пруду и уползет себе во свояси. Не убивайте никогда ужей. Вы привлекаете, тогда, когда убиваете, привлекаете других. И они приходят на смену этим другие, и вы никогда не выведете этих ужей со своего участка. Не хочет уж уходить от нас, живет тут. Вот он. Вот он. Греет хвост свой. Уползай, иди. Что ты стал мне на пути? Я тебя боюсь. Что делать с этими? Смотрите, какая длиннющая шкура ужа, которая сбросил уж. О, какой длинный. Вот она. Никогда не трогайте руками. Вот ее. Пускай она лежит. Или же палочкой взять и перенести в другое место. Потому что ужи возвращаются на одно и то же место, когда сбрасывают. Поэтому вот такая шкура огромная.